думал, тот пострадавший под Китай, я вам говорю, да, не знаете, вышел. Скоро иди. Вон сюда. Вот сюда. Кривой видос. А, да? Понятно. Вперед так, это вещь. Вещи, вещи я закинул туда. Вещи сюда закинул. Скоро. А, ну, там куртку. Там видео есть что-нибудь? Есть, есть, есть. Как он, а он что, получается, все... туда? Вон он вылетел, вон вылетел, вон через сверху. На чем шлагбаум стоит, все вырвано. Он туда заехать, походу, хотел, да? В машину же ударил ту. На бешеной скорости заехал вон туда, боднул черную машину, потом задом... Он пытался в сторону торгового центра проехать? Непонятно, куда он вообще ехал. Мне кажется, на тот свет ехал. Задом съехал на проезжую часть, здесь движение бешеное. Растолкал машины, но вот последнюю как-то он рядом встал, не боднул. Повезло, да? Да, да. Скорость повезло. Большая была? Скорость жуткая, и двигатель работал, по-моему, на предельных оборотах. То ли заклинило что-то у него, то ли... Непонятно. Мне кажется, это от водителя зависело. Потому что там такие пируэты были. Машина сама на это не способна. Ребята, водитель трезвый был? С понятием. А с ребенком как? Хорошо. То есть ребенок ничего не сильно не пострадал? Извините, пожалуйста. Без комментариев. Thank you.